Аким Атырауской области вручил волонтерам благодарственные письма от Елбасы. По словам председателя Атырауского областного филиала партии Нурутан Махамбета Досмухамбетова, в это нелегкое время в рамках акции «Без бергемы» в Атырауской области была оказана помощь более 9 тысяч нуждающимся семьям на общую сумму 222 миллион тенге. Одинокие пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, малоимущие многодетные семьи и семьи с низкими доходами были обеспечены продуктовыми корзинами и другой необходимой помощью. Доставки нуждающимся необходимой помощи приняли участие более 300 активных членов партии и волонтеров из Республиканского фонда Бергемы, созданного по инициативе Елбасы, председателя партии Нурсултана Назарбаева. В региональный фонд Бергемы с Атырау поступило 787 миллионов тенге. Более 15 тысяч жителям города Атырау, Макатского, Махамбетского и Сатайского районов была оказана денежная помощь в размере 50 тысяч тенге. В дальнейшем планируется оказание такой помощи 3904 нуждающимся Курмангазинского, Кызылкагинского и Индерского районов. Кроме того, Мактаральский район Южно-Казахстанской области, пострадавшим от наводнения, отправлено 150 тонн продуктов питания, гуманитарной помощи и 20 тонн рыбной продукции. Была оказана дополнительная финансовая помощь. Во время пандемии действительно нам пришлось совместно с Атырауским волонтерским штабом проработать двойную работу во благо общества, во благо народа. И еще раз хочу выразить благодарность, огромное спасибо, что оценили наш труд. А волонтеры, в свою очередь, отметили, что и дальше активно продолжат начатую работу.